О боже мой! Всем привет! Сегодня мы снимаем Силуэй Лоу! Ребята, всем привет! Вы на канале Отличник Лайф, и сегодня мы открываем такие новые шарики Лоу! Я не знаю, оригинальные они или нет, но мы все равно решили их открыть, потому что коробочка очень выглядит красиво. Да. Я думаю, что там нам попадется что-то крутое. Это мне два, а Лёве один. А почему? Ну, потому что таких два классных нет. А это тебе не очень, да? Тут какая-то рулеточка. Мне кажется, тут должно выпасть что-то из этого, либо же полностью весь этот набор. Но я пока еще не разбираюсь в этом, поэтому я не знаю. Я предлагаю открыть коробку уже. Я открою пока это. А у тебя какая? Можно посмотреть поближе? Подводная серия. Слушай, так это как у тебя эксклюзивная, да, была вот эта вот? Да. Помнишь, шипучка? А здесь у нас что? Тоже какая-то написана... Лимитированная серия. Ну-ка, золотой шар, Limited Edition. Так, ну что, шарик открываем. Шарик очень похож на оригинальный, потому что здесь у нас идет замочек. Лёва, ты уже спец, реально. Прямо пропечатанный, причем сейчас мы давайте самое быстрое открытие Лолу за всю жизнь. Давайте, кто быстрее? Так, у нас здесь подсказка идет. Королева и замок. Ну-ка. Принцесса и замок. Я не знаю, что это может быть означать. Так опять. Принцессный замок, точно. Вот, что это? Ребята! О, смотри, у Алисы-то что попалось? А нет, что? Это вырвано это вот отсюда. Так, открываем. У нас Алиса, бронзовый шарик. Подожди, можно посмотреть? Скорее. Я таких еще не видела. Классный, да? Так, а у Лёвы что? Бронзовый шарик. Ребята, spin me. Это что? Лол-конфетти? Крути, лол-конфетти. Вот, я уже нашел. Итак. Слушай, ну это может быть настоящее? Мне тоже кажется, смотри, как все. Сейчас по кухне посмотрим. Прям все реально. А, не знаю. Смотри, пакетики-то прозрачные. Ну блин. Да подожди, мне кажется, нормально. Да главное, чтобы кукла была классная, да? А то иногда бывают такие куколки страшненькие. Так, я ботинки выкину куда-то. Смотрите. Лёва, ребята очень интересуются, куда ты потом этих кукол одеваешь. Смотри, сразу берем свои попасть в плевание. Да ты моя маленькая. Я их отдаю Алисе, потому что они мне не нужны. Чё, бахаем? Бахаем. Какой конфетти красивый. А куколка тут, смотрите, голова отделена. И она с рыжими волосами. Достань, я быстрее. Алиса, ну смотри. У нее есть вот эта вот трубочка. Достань меня быстрее. Сейчас там... Сейчас мы все пооткрываем ячейки, чтобы достать нам все необходимое для наших кукол. Так. А подсказки-то не было, что ли, дочь? Так, нет, у меня есть вот это белое. И все, да. Самое быстрое открытие лоу в мире. Сразу все аксессуары сейчас откроем. Блин, сколько мусора мне придется убирать после этого видео. Вы даже себе не представляете. Какой? Слушай, Лёва, у нас еще ни разу такого не было. Прозрачный, с розовыми блёсками. Офигеть. Прям смотрите, термос. Тут как будто майонез налили, знаете, в банку вот такую вот. Вообще балдежно. Балдежно выглядит. Так, у нас здесь корона опять. Или это держалка? Фиг знает. Так, короче, мы все открыли. Одеваем ее. Легко платье. Так, а вот и Алисина подсказка. Это платье с леденцом. Тоже не твое, а чье же это? Это тоже твое. Две подсказки похожи у тебя было. Мне кажется, это... Вот так. Ну, мне что, кажется, что это оригинал, потому что я уже стал шарить в этом. Ну прямо она пропечатана, смотрите, у нее даже родинка рыжего цвета есть. Подожди. Я одел. Ух ты, у нее какое-то тут то ли сердечко, то ли что. Но она ничего такая красивая. Ну, мне тоже кажется, и ботинки, смотрите. И платье прикольное, платье нужно одеть. Помните... И болтика нету сзади. Да, помните в прошлом видео нам, короче, попались ботинки, ботфорты. Чисто они были скреплены. И это была подделка оказалась. Да, все писали в комментариях. Смотри, какая Алисе попалась. У нас такая уже есть, да, Лисюнь? Когда мне писали в комментариях, что если ботинки скреплены, то это подделка. Сейчас тут они не скреплены, то это 100% достоверность. Мам, у меня хвост русалки! Да ты что? Такое бывает, что ли? Это ботинки настоящие, купа настоящая, капец. Да ты посмотри лучше, что Алисе попалась. Первый раз я такое вижу, нам даже в оригинальных не попадались таких хвосты русалок. Нет, это моя. Алиса, тебе просто повезло, обалденная. Вау. А это что такое маленькое? Это маленькая кофточка? Какая она у тебя будет крутая. И бэнстер.
Ebenster. Что такое Ebenster? Более качественное. У меня это все равно круче. Пишите в комментариях, у кого лучше кукла. Давайте опять подписчики будут решать, у кого краще. Так, у меня... ну у нас еще одна осталась, ты имей в виду. У меня рыжуля или у нее черная, ну рыжуля-то вообще класс. О, Лиса, русалка. Открывай, зато. Лиса. Сейчас, стойте. А можно Лёва откроет? Нет, я его открою. Я его выбрала, я открою. Лёва будет плакать. Алис, пожалуйста, дай Лёве открыть шарик. Все. Готова? Трэш. Здесь куколетка есть. Ой, да ладно. Ну что, открываем Лисюнь? Limited Edition Gold. Мне очень нравится русалочка. Я таких не видела еще. Я тоже вообще никогда не видел. За весь опыт открывания. Она редкая. Я тоже думаю, что редкая. Давайте посмотрим кладыши. Давай. А тут нету этой куколки. Во, мама! Ой, слушайте, ну очень крутой шар. Серебристо-золотой. Прям обалденский. Я не знаю, что там попадет. Limited Edition? Серьезно? Limited Edition, да. Ребят! Золотая Limited Edition. Да, да. Что это вообще круто значит? Да. Your surprise. Gold Limited Edition. Вау! My English subscriber audition, hello. У меня что, золотой шар сейчас будет? Серьезно? Гравировки, это точно оригинал. В подделке бы не стали такого делать. Я вам 100% отвечаю. Если даже это не оригинал, то это круче оригинала. Упаковка супер. Это не оригинал, но красиво. Да? Ты думаешь? Мама! Что? Нас видно там! Серебристый шар! Слушай, не может быть, шар серебристого цвета? Офигеть! Я не верю. Тебе не помогать? Зеркальный! О боже мой! Ребята, у них серебристый шар! Обалдеть, мы еще ни разу в жизни такого шара не покупали. Да я не видел даже их. Он крутой. Он зеркаливает прямо наше отображение. Это обалдеть. Вау! Конфетти. Алиса, открываем? Алиса не хочет открывать. Давай, Алиса, серьезно, открывай. Что там, что там? Обалдеть, Алиса! Ребята! Это лучший выпуск! А он внутри... Она реально крутая! Внутри жемчужный! А внутри жемчужный! Слушайте, она круче, чем оригинальная Лол. Она просто нереальная. Эксклюзивка, две одежды. Мам, смотри, она хочет нашей кукле подарить! Да ты что? А что у нее из обуви есть? Покажи, пожалуйста. Давай посмотрим. Это ее купальник, наверное. Наверное, но она супер крутая, супер крутая. Лев, как ты думаешь? Я считаю, что это очень крутая кукла. И за все выпуски, которые мы снимаем про Лол, это лучшая кукла в мире. Капец. Даже среди оригинальных. Да, реально, серьезно. Нет, в оригинальных такие есть. В оригинальных нету таких. Вот такая есть в оригинальных. Ребят, напишите в комментариях, есть ли в оригинальных куклах вот такие куклы с серебристым купальником. Нет. По-моему, нету. Нет, ребята, напишите, вот такая кукла есть в оригинальных? Такая вроде есть, но нам не попадалась, да? Да, ребят, мне тоже кажется, что это полностью оригинально. Чисто, нету никакой подделки. Это Алиса! Алиса, точно. Вот такие розовые ботинки, я помогаю Алисе открывать. Сапожки, да? Да. Да, давайте. Это что такое? Еще пакетики. Это Бенстер. А что такое Бенстер? Что такое Бенстер? Который Лёва говорит, по-соски. Блендер? Который сосуд. Термос? Термос? Да. Бенстер. Бенстер. Ребята, Бенстер! Смотрите, с ней еще в наборе шел такой коктейль. О, это Йобин. А и еще что-то, и арбуз. О, классная, слушайте, ну она реально прикольная. Это Йобина. А это ее соска, да, Лисюнь? Это очки. Ее соска, а где очки? Нет, это очки, другой. Очки сломались. Это другой тетки. А, другой девочки, ладно. Она у тебя супер красивая. Короче, Лёва, тебе не повезло, ты выбрал самый неинтересный шарик на сегодня. У Алисы крутые шары.
серебристый, но он вообще нереальный просто. Это можно вместо зеркала использовать. Ребят, вот наши кроссовки. Пишите в комментариях, какая девочка вам понравилась. Я кроссую. Рыжуля, рыжуля, ребят, рыжуля. Тебе рыжуля нравится? Да. Голосуйте за вот этих двоих. Нет, за вот это, за вот это. За голосуйте за вот этих двоих. Вот это еще красивее. За вот этих. Голосуйте. Это русалочка. Да нет, за вот эту надо голосовать, вы не понимаете. За вот эту надо голосовать. Да вот эта рыжая, она крутая. За эту надо голосовать. Короче, нет. Зрители сами решат, не будем это агитировать все. Знаешь, почему за моих надо голосовать? Потому что у них похожие глаза, а у нее вот такое пузо там. А знаете, почему за мою рыжулю надо голосовать? Потому что вы на канале Кличи Клайв. Еще, ребята, и знаете, за мою, потом, знаете, почему за моих надо голосовать? Это русалочка, а у нее пузо вот такое. Угу, необычное, да? А вы знаете, почему за мою рыжулю надо голосовать? Потому что она самая красивая, у нее крутые очки, вот такие сердечки. Потом есть еще три причины. Вы на канале Отличник Лайф, я Лёва, и то, что я... Вы знаете, почему надо за Аису голосовать? Потому что у Аисы был такой серебряный шарик, а у моей второй тетечки был такой красивый шарик. А вы знаете, почему за рыжую надо голосовать? Потому что у нее был вот такой... Это не ее. Вот такой вот крутой ящик с вот такой вот рулеткой. Поэтому у кого есть рулетка, у того есть победа. Все, голосуйте за рыжую. Всем пока-пока, ребят, до новых встреч. Пока-пока. Всем пока-пока. Пока, я выиграла. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Я выиграла.